День первый. Уже пчелы летают в ловушке. Вчера только вечером поставили. Июня. Третий день пчелки летают. В ловушку залетают. Пыльцу еще пока не несут. Пусть работают. Третья ловушка, третий рой. Итого 4 роя. Через недельку снимем. Да? Через недельку снимем. Вот утренний рой. Сейчас время уже 3 часа почти дня. Пчелки летают. Все, уже мед собирают. Средненький. Сегодня ночью переселим, подселим
среднюю семейку, средним райком. июля 2020 года прилетел рой на 13-й день. А что-то не садятся. Садятся. Ну, всю стенку облепили. Да. Второй рой в июле. Вчера была первая разведка. Да? На второй день, получается, прилетели. Вчера разведка была, сегодня прилетели. Просто поздно, говорю, вчера они залетели в 5-м часу считай. Откуда прилетел? Оттуда. Все, пока. Красота. июня 2021 года. Первый рой дикий в ловушку залетает. Thank you.
прививается рой. Случайно заметил. О, на ту веточку. Большой, хороший рой. Сейчас мы что-то будем кумекать. Он как жужжат. Нам его главное не упустить. Сейчас будем снимать. Первый рой 9 июня. С такого вот поля. Июня 2021 года. Из первого улья, вот из этого, выходит третий рой. Вот сюда на привой. Такой привой, а есть вот. Есть такой привой. Будем снимать и вот сюда 50.